Все согласны. Давайте тогда озвучим. Правила дорожного движения. За третье место награждает лейтенант полиции Давыдов Михаил Александрович. Товарищ полковник лейтенант Давыдов для вручения прибыл. Поздравляю. Второе. За второе место Королев Алексей Игоревич. Занявший первое место старший лейтенант полиции Колотин Александр Викторович. Какой район знает правила лучше всего? Какой район? Лучше по правилам дорожного движения. Молодец. Поздравляю. Российской Федерации. Номинация «Служебная подготовка». За третье место награждается лейтенант полиции Ефимов Кирилл Александрович. Как вы доложили, самый сложный этап, уверенно сказал, самый сложный. За второе место награждается лейтенант полиции Смирнов Артем Александрович. На первое место награждается старший лейтенант полиции Колотин Александр Викторович. Все грамотно собрал. В номинации «Скоростное маневрирование» за третье место награждается лейтенант полиции Константинов Александр Викторович. Лейтенант полиции Журавлев Никита Евгеньевич. Служу Российской Федерации. На первое место награждается Свиридов Олег Игоревич. Лучший водитель. Номинация «Огневая подготовка». За третье место награждается Силов Максим Сергеевич. Сколько очков? 6. Служу Российской Федерации. За второе место награждается Журавлев Никита Евгеньевич. Сколько баллов? 50. За Российской Федерации. Первое место присуждается лейтенанту полиции Смирнову Артему Александровичу. Сколько выбил? Номинация «Ручное регулирование». За третье место награждается лейтенант полиции Васильев Александр Алексеевич. Надо всех на дорогу. Сегодня всех призеров регулирования на перескосках петь придется. За второе место награждается лейтенант полиции Пальтов Илья Андреевич. Служу Российской Федерации. За первое место награждается лейтенант полиции Королев Алексей Игоревич.
Игоревича на главный перекрестке поставили. На главный перекрестке. Центральный перекресток. Правительство. Взор Российской Федерации. Основные призы. По итогу всех конкурсов испытаний диплом за третье место награждается лейтенант полиции Свиридов Олег Игоревич. Поздравляю, не озвучено, кроме диплома у нас еще... Еще оргтехника для отделения ГИБДД. Да, приз небольшой, да, и мы не вручаем диплом. Поздравляю. Здравствуй, Российской Федерации. Диплому за второе место и оргтехника для отделения МИО МВД России Ржевский награждается лейтенант полиции Смирнов Артем Александрович. Диплом за первое место и патрульным автомобилем для отделения ГИБДД по Краснодарскому району награждается Колотин Александр Викторович. Как бы озвучивали, да, значит, ну, диплом понятно, на память, да, значит, и автомашина служебно-патрульная Кио-Рио. Документы и ключи. Надеюсь, что она поможет вашему отделению. Поздравляю. Сотрудник достаточно давно служит в подразделении госавтоинспекции, именно дорожно-патрульной службы, обеспечивает безопасность дорожного движения на территории Конаковского района. Сам район, на самом деле, он сложный, и в рамках аварийности, и то, что в летний период число жителей Конаковского района возрастает, так как это своеобразная курортная зона, да, на границе Московской области. Я думаю, что этот автомобиль там будет кстати. Естественно, автомобиль будет закреплен за данным сотрудником, ну и, соответственно, за еще несколькими сотрудниками, которые будут использоваться для несения службы именно на дорогах регионального значения в самом городе Конаково, поселок Редкино, поселок Новозаидовский, то есть не на федеральной трассе. Ну, такое достаточно знаковое событие. Достаточно давно этот конкурс на территории Тверской области не проводился. Решили мы его возродить. Однозначно на следующий год будет продолжение. Я думаю, что сотрудники почувствовали всю значимость подготовительного процесса и будут более серьезно осуществлять подготовку к данному мероприятия. Ну, естественно, от лица управления госавтоинспекции мы поздравляем победителей всех этапов конкурса. Ну и основная, на самом деле, основная задача этого конкурса – это повышение профессионального мастерства сотрудников, да, потому что при подготовке конкурса к конкурсу однозначно сотрудники что-то вспоминали, что-то изучали дополнительно. Ну, все это в конечном итоге отразится на повышении и имиджа сотрудника госавтоинспекции в целом, как сотрудника полиции. Ну и, наверное, все-таки на самом профессиональном мастерстве самих сотрудников.